Сейчас мы будем вязать туловище. Для этого опять петля амигуруми. 6 столбиков в петлю амигуруми вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули, проложили маркировочную ниточку. Дальше продолжаем вязать по 2 столбика из каждой петли предыдущего ряда и получим 12 столбиков в следующем ряду. Для этого вяжем 1, 2 из одной петли, еще 3, 4 из второй, 5, 6, дальше 7. 8, 9, 10, 11, 12. Связали. Продолжим вязать, снова расширяем. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли и 2 столбика из второй петли. Итак, до конца ряда 1 столбик, 2 столбика. 1, 2. Провязали, ряд окончен. Следующий ряд вяжем 24 столбика. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбик из второй петли, а из третьей петли 2 столбика, 1, 2. И так до конца ряда 1, 2 и 2 столбика из одной петли, 1, 2. Вяжем. Связали, третий ряд увеличим до 30 столбиков. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбик из одной петли, и 3 столбик из третьей петли, и дальше 2 столбика из одной петли, 1, 2. И так до конца ряда 3 столбика по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли, 1, 2. Вяжем. Вязали. Следующий ряд вяжем 36 столбиков. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбик из одной петли, 3 столбик из одной петли, 4 столбик из одной петли. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. И снова 4 столбика по одному из каждой петли. И снова 2 столбика из одной петли, 1, 2. И так до конца ряда 4 столбика по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли, 1, 2. Провязали. Следующий ряд вяжем 42 столбика в ряду. Получим. Для этого будем расширять 1. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков по одному из каждой петли. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. И так до конца ряда 5 столбиков по одному из каждой петли. 4, 5. И снова 2 столбика из одной петли, 1, 2. Связали. Следующий ряд продолжаем увеличивать до 48. Для этого вяжем 6 столбиков по одному из каждой петли. 4,
5, 6. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли, 1, 2. И так до конца ряда 6 столбиков по одному из каждой петли и 2 столбика из одной петли. Раз, два, из одной петли вяжем. Связали 48 столбиков, увеличим теперь до 54. Для этого вяжем 7 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. И так до конца ряда 7 столбиков по одному из каждой петли. И снова 2 столбика из одной петли, 1, 2. Вяжем. Связали ряд. Следующий ряд увеличим до 60. Для этого вяжем 8 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 2 столбика из одной петли, 9, 10. И так до конца ряда вяжем 8 столбиков по одному из каждой петли. 4, 5, 6, 7, 8. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Получим 60 столбиков в этом ряду. И дальше вяжем 15 рядов по 60 столбиков в каждом ряду. Вяжем. Итак, вот я провязала 15 рядов уже. Здесь получается по 60 столбиков в каждом ряду. И теперь нужно, мы будем убавлять. Для этого мы будем вязать 8 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 2 столбика вяжем вместе. 1, 2, провязываем одной петлей. И продолжаем вязать так дальше. Снова 8 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 2 столбика снова провяжем вместе. Делаем убавочку. Вяжем. Ряд окончен. Следующий ряд продолжим убавлять. Поэтому будем снова вязать 7 теперь столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше снова вяжем 2 столбика вместе. 1, 2. И продолжаем до конца ряда вязать точно так же. 7 столбиков. 1, 2, 2, 3. 4, 5, 6, 7. По одному из каждой петли. И снова 2 столбика вместе одной петлей. Вяжем. Итак, мы получили в этом ряду 48 столбиков. И теперь вяжем 10 рядов по 48 столбиков. Туловище готово. Я когда связала, я его связала вот тут гораздо больше. Здесь было 20 рядов, но оно мне не понравилось, когда я примерила голову. Получилось, что оно слишком длинное, и я укоротила, что вот это расстояние не 20 будет, а 14 рядов. Этот момент я исправила во время монтажа. Ну, говорю вам об этом, потому что на видео видно, что там туловище имело более длинную вот эту часть узкую, а здесь оно имеет часть покороче, чтобы вы понимали, почему. Итак, я провязала вот 20 рядов по 48 столбиков в каждом ряду. Такая получается деталька. Дальше теперь нужно будет убавлять. Для этого подтянем сейчас вот маркировочную ниточку и продолжим вязать. Вяжем теперь 6 столбиков. 1,
два, три, четыре, пять, шесть. По одному из каждой петли. Дальше вяжем два столбика вместе. Один, два. Продолжаем также вязать до конца ряда. Три, четыре, пять. 6 по одному из каждой петли и 2 столбика вяжем вместе. Вяжем, провязали, провязали, ряд окончен. Следующий ряд продолжим убавлять. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика вместе, 1, 2, и продолжаем дальше, 1, 2, 3, 4, 5, и снова 2 столбика вместе, 1, 2. И так до конца ряда вяжем. Ряд окончен, следующий ряд мы снова убавляем. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли. Дальше 5 и 6 столбики провязываем вместе. И так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4 по одному из каждой петли. 5 и 6 столбики провязываем вместе. Закончим этот ряд и наполним холофайбером, ну почти до самого верха туловище, потому что потом маленькую дырочку сложно будет много наполнять, а под конец мы еще разочек наполним, поэтому довязываем и наполняем. 3, 4 и 2 столбика вместе вяжем. И так продолжаем убавлять. Наполнили холофайбером, продолжаем убавлять. Для этого вяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли, дальше 2 столбика вяжем вместе. Снова 1, 1, 2, 3 по одному из каждой петли и снова 2 столбика провяжем вместе. 1, 2. И так до конца ряда вяжем. Итак, ряд закончен. Следующий ряд продолжим убавлять. Для этого будем вязать 2 столбика по одному из каждой петли. 1, 2. Теперь будет 2 столбика вместе. Провяжем 1 и 2 одной петлей. И снова 2 столбика по одному из каждой петли. 1, 2. И снова 2 столбика вместе. 1, 2. И так до конца ряда вяжем. Провязали. Следующий ряд вяжем 1 столбик. 1 столбик из одной петли, 2 столбика вместе, 1, 2. Снова 1 столбик из одной петли, 2 столбика вместе, 1, 2. И так до конца ряда. И дополним холофайбер, чтобы здесь не было пустоты. Итак, довязали ряд, добавили холофайбера, продолжаем убавлять. Для этого сейчас мы убавляем по 2 столбика все время парами. 1 и 2 столбик провяжем вместе. Снова 1, 2 столбик провяжем вместе. И так до конца ряда. Провязали. И следующий ряд по одному столбику. Все столбики оставшиеся, вернее, связываем пучком. Вытягиваем по одному на крючок и провязываем одной петлей. 5 столбиков провязываем вместе. Закрыли, отрезали нитку, заправили внутрь. Все. Вот мы сейчас наполнили. И теперь вот нужно сделать следующим образом. Нужно вот одну часть. Оно вот по кругу как бы одинаково равномерно расширялось, но нужно сделать нижнюю часть, вот на которой он будет лежать, так сказать, этот котенок.
вот убрать отсюда холофайбер и ее как бы выровнять. То есть холофайбер отсюда вы убрать вот так в стороны и сместить его вот сюда на бока. Тоже как вот мордочки мы делали, так и в этом нужно сделать в туловище. Мы вытягиваем больше на боках и убираем его вот отсюда снизу. Для того, чтобы вот плоским был вот животик. Вот эта часть, вот на которой оно будет лежать, была плоская. Здесь вот так могут быть более объемными бедра. Вот котенок лежит, и у него более широкие бедра. Вот так вот. И вот это туловище тоже вот такая вот часть у него круглая. Теперь еще нужно сделать следующим образом. Нам нужно вот теперь, где животик есть, теперь вот тут вот из-под низу, как бы вот не касаясь живота, вот тут вот немножечко вот нам нужно сделать такие вот углубления. Мы их можем просто вот так слегка выдавить руками, но они вот так до самого края должны пройти. Вот тут вот. И теперь нужно иголочку взять с ниточкой и прошить это. Вот я слегка вдавила, видите, вот так вот получается. И теперь нужно его вот тут вот закрепить тоже, так, вот таким вот образом, чтобы вот тут вот втянулось слегка вот так сюда и снова обратно где-то рядышком. И чуть-чуть сюда вперед тоже продолжим. И еще вперед сюда продолжим. Вот так вот, чтобы эта выемочка помогла пришить лапки передние потом. Вот, сделали вот такую вот как бы немножечко канавку. И вот, вот так вот здесь лягут просто лапки пришиваться будут. А здесь нужно вот так вот с двух сторон сделать вмятины тоже. Вот где-то начать... А палец от края, наверное, тоже вот так закрепим ниточку в задней части. И вот так прошьем немножко вот так сюда, где у нас вот это вот расширение началось. Вот отсюда начиная. Здесь тоже сделаем такие вот, можно вмятины сразу сделать. Это как бы там места, где лежат тоже лапки. И немножко мы вот так вот его подтянем. Вот так тоже здесь немножко приподнимется вверх оно, и вот тут чуть-чуть выдавится передняя часть, вот так вот нарисуется. Я думаю, нужно еще так погуще чуть-чуть пройти, чтобы не было вот таких вот ступенек. И немножко вот тут тоже сделать выход уже наружу. Вот так приподнимаем тоже сюда, чтобы могла лечь лапка. Тоже вот так вот закрепляем. И чуть-чуть вот тут вот подтянем холофайбер, вот так вот образуем вот тут вот как бы лежащую бедро лапку. Вот как будто здесь вот углубление под бедро лапки. Вот немножечко она вот лежит и углубилась эта ямочка здесь. С этой стороны делаем точно так же, чтобы было симметрично. Смотрим и делаем. Ну, вот такие вот получаются. И немножко они приподняты вот как бы от низа получается. Вот эти крылышки тоже вот от бедра. Они немножко выше должны вот находиться. Вот так вот, видите, вот получилось. Здесь вот так вот расширяется. А когда оно лежит вот на ровном, здесь вот есть еще расстояние немножко с этой стороны. И здесь точно так же вот есть расстояние. И сейчас мы свяжем лапки. Лапка выглядит вот так вот. И мы свяжем это еще немножечко не дошито, еще нужно перетянуть ей коготочки эти изобразить. Но вот она будет выглядеть здесь плоской так, а здесь плоской вот так. Вот такую лапку мы сейчас вяжем. Петля амигуруми. Закрепили ниточку, вяжем 6 столбиков. Петлю амигуруми 1, 2, 3, 4, 5,
6, подтянули, проложили маркировочную ниточку, и теперь по 2 столбика из каждой петли продолжим вязать следующий ряд, получим 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Следующий ряд увеличим до 18, вяжем 1 столбик из одной петли и 2 столбика из второй петли. 1, 2, снова 1 столбик и снова 2 столбика. 1, 2, вяжем до конца ряда. Получим 18 столбиков в этом ряду. И свяжем 5 рядов по 18 столбиков еще кроме этого. Вяжем. Вот я провязала 5 рядов по 18 столбиков в каждом ряду. Теперь мы будем убавлять. Для этого мы провяжем сейчас 1 столбик из одной петли. Дальше 2 столбика вместе. Снова 1 столбик из одной петли. Опять 2 столбика вместе, опять 1 столбик из одной петли и снова 2 столбика вместе. Дальше до конца ряда вяжем по 1 столбику из каждой петли. Здесь мы получим теперь 15 столбиков в этом ряду. И следующий ряд вяжем по 1 столбику из каждой петли, 15 столбиков, провяжем ряд. Вяжем. Итак, я связала еще один ряд, вот 15 столбиков. Дальше следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 2, 3 по 1 из каждой петли. Из 4 петли мы вяжем 2 столбика, 1, 2 из одной петли. Дальше вяжем по 1 столбику из каждой петли до конца ряда. У нас здесь будет уже 16 столбиков в этом ряду. И следующий ряд 16 столбиков вяжем ряд без добавок и убавок. Следующий ряд. Вяжем 16 столбиков. Провязала ряд 16 столбиков. Следующий ряд. Снова будем увеличивать. Для этого вяжем 1, 2, 3 столбика по 1 из каждой петли. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше вяжем снова по 1 столбику из каждой петли до конца ряда. Получим 17 столбиков в этом ряду. И следующий ряд провяжем 17 столбиков. Вяжем. Провязали 17 столбиков. Следующий ряд снова увеличим. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4 столбика по 1 из каждой петли. Из 5 вяжем 2 столбика. 1, 2. Дальше вяжем до конца ряда по 1 столбику из каждой петли. И следующий ряд вяжем по 1 столбику из каждой петли, 18 столбиков в ряду. Вяжем. Связали 18 столбиков. Следующий ряд снова увеличиваем. 1, 2, 3, 4 столбика вяжем по 1 из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. И дальше по 1 столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. И следующий ряд 19 столбиков провяжем по 1 столбику из каждой петли. Вяжем. Связали 19 столбиков. Следующий ряд опять увеличиваем. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше по 1 столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. И дальше 2
2 ряда вяжем по 20 столбиков в каждом ряду, по одному столбику из каждой петли. Провязали 2 ряда по 20 столбиков. Теперь будем убавлять. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли. 1, 2. Снова 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, 2 столбика. Довязали следующий ряд. Довязали, теперь наполним холофайбером лапку. Сильно туго не наполняем. Наполняем так, чтобы нормально, чтобы кончики на конце лапку можно было бы прошить пальчики. Смотрим, где у нас вот тут вот расширение от начала ряда идет в эту сторону. Вот это вот расширение, оно чуть-чуть увеличено. Дальше вот она не наполняется туго, а так, чтобы она была немножечко плоской к концу, а не круглой. Поэтому наполняем, но не слишком туго. Наверное, вот так вот хватит. Вот такая, чтобы она была вот тут. Вот, и дальше продолжаем еще раз убавлять еще один ряд. Мы убавляем по 2 столбика, провязываем парами. 1, 2 вместе. Снова 1, 2 вместе. Так до конца ряда. Парами убавляем. И вот теперь мы смотрим. Есть вот от начала ряда вот тут идет увеличение. Это верхняя часть лапки. Вот эта вот часть, как бы ее. Для передней лапки складываем вот так, чтобы здесь это была вот подушечка, а это было бы сложно вот так. Это локоть. И зашить ее вот так вот плоским швом. То мы ее зашиваем вот таким вот образом дальше. Вот петлю на этой стороне захватываем и петлю на той стороне. За обе стороны зашиваем, вернее, вот так сразу насквозь, полустолбиками эта сторона и та сторона. Вот так вместе зашиваем. И последнюю вот эту тоже так прихватим, зашьем, завяжем, отрежем. Это будет передняя лапка. Вот она. Вот такая вот передняя лапка будет. Итак, задняя лапка. Мы ее довязали сюда тоже вот по 2 рядочка. И теперь мы делаем вот так вот. Это будет задняя лапка. Вот эта вот. Она пришивается вот так плоской стороной. То есть ее мы зашиваем вот таким образом. Теперь вот нужно захватить вот тут сюда, перейти, развернуться. И дальше вот снова захватываем напротив столбики. Зашиваем плоским швом опять вот так же. Сюда, отсюда вот сюда. И отсюда сюда. Зашиваем, получаем заднюю лапку. Маркировочную нитку выдергиваем, эту ниточку заправляем, оставляем одну только длинную, чтобы пришивать ею можно было заправить в иголку. Остальные лапки пришиваются все ниткой от нее, от первой лапки. И прошьем вот эту лапку. Лапку зашиваем вот таким вот образом, где-то до середины, вот до половины лапки. Протыкаем до половины вот этой вот части. Перетягиваем вот так через край и вот так снова прошиваем. Повторяем дважды, чтобы закрепить ниточку. Переходим сюда вот рядышком и делаем второй раз то же самое. Вот так вот прошиваем. Еще разочек повторяем. Все, прошили, ниточку закрепили. Теперь можно ее вывести на эту мне сторону, я ее выведу. И дальше лапки пришиваются вот так, как пришито вот здесь у меня. Вот котенок лежит, передняя лапка вот локоть у нее, задняя лапка вот это задняя у нее. Сустав локтя, а это подушечка передняя. Можно еще вот тут стежку сделать.
при желании. Ну вот так вот она лежит, кися, облокачиваясь на эти части. Пришиваем вот таким образом, прикладываем эту лапку сюда, вот на вот это место, которое мы приготовили, на одинаковом тут расстоянии, и начинаем ее закреплять вот прямо подушечкой вот тут вот по краюшку. И вот так закрепляем здесь. Немножко сбоку. Несколько стежочков сделаем, чтобы прихватить ее вот так здесь. И выходим туда назад. Теперь здесь на одном уровне вот они. И мы будем ее пришивать теперь через край с этой стороны. Переднюю лапку пришиваем сюда вперед. Передняя лапка, тоже ее нужно прошить, пальчики ее. И тоже выходим вот так с этой стороны, только теперь мне нужно выйти вот с этой стороны. Прикладываем лапку вот так сюда. Чтобы она была как та приложена, вот так вот. Здесь лапки прикладываем, чтобы они вот на одном уровне были. Здесь тоже вот, чтобы они были плоским таким дном. Вот фиксируем, можно заколоть булавочками, если боитесь потерять, например, вот так, и здесь как-то вот так вот. И теперь ее нужно закреплять. Начинаем вот тут изнутри сначала, пару стежков сделаем, а потом тоже в районе локтя. Здесь мы прикрепляем вот так вот, больше вот с внутренней стороны оттуда зацепляемся, и вот так вот изнутри под локоток, чтобы он мог отходить отсюда вот так вот. То есть не стягиваем как здесь через край, а немножечко вот так вот дальше от края. Можно теперь еще пройти вот по этой стороне, тоже немножко вот так зафиксировать, чтобы его так не выворачивало, как вот он сейчас у меня выворачивается легко. Закрепили, завязали узел. Вот так вот лежит котенок. И теперь остался ему хвостик связать и голову пришить. Голову мы ему повернем вот так вот. Я думаю, он будет у нас вот так вот лежать. Немножечко сместим ее вот так чуть-чуть вперед. Здесь нужно будет тоже сделать ямку. Можно пришить голову сейчас, потом хвост привязать. Вот выбираем положение головы, вот так вот где-то вот немножечко свисает, немножко это. Здесь вот не слишком выступает вот по этому краю, видите, почти на уровне с грудинкой. Вот так немножко вперед. Вот такое местоположение, я думаю, ей будет как раз хорошо. И поэтому я вот тут вот сделаю такую ямку, еще стяжечку немножко, стяну ее вот сюда, где мы стягивали лапку,
чтобы не торчал сильно бугор, чтобы голова лучше села. Вот так вот. Так, эту нитку я отрежу, она мне не нужна. И пришью я его вот этой ниткой. Вот так сюда я кладу голову. Так вот, захватываем по нескольку штук, вот так вот подряд. И несколько раз подряд вот так прошиваем насквозь. И так вот такой вот котенок получился. Я ему ошейничек вот прицепила. Это вот резиночка для волос. Браслетики продаются разные. Она натягивается, растягивается эта резинка. Ее можно вот на голову натянуть и надеть через голову ему. Вот такая вот есть у него такой ошейничек я сделала. Можете такой, можно связать. То есть кому что нравится, можно сделать, конечно же. Итак, ему теперь не хватает только хвостика у нас. Вяжем хвостик котенку. Для этого петля амигуруми. 6 столбиков петлю амигуруми делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали, затянули. Ниточку не будем прятать, пусть она у нас будет с той стороны, чтобы за нее можно было иногда придерживаться. Можно разместить маркировочную ниточку. Вот, и продолжим вязать. Теперь по 6 столбиков. Связали 6 столбиков, один ряд еще. Следующий ряд будем увеличивать. Вяжем 1 и 2 столбик из первой петли. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда вяжем. Получим 7 столбиков в этом ряду. Довязали. Следующий ряд. Вяжем 8 столбиков. Для этого вяжем 2 столбика из одной петли. И дальше по одному из каждой петли до конца ряда вяжем. Связали 8 столбиков. Следующий ряд. Снова 2 столбика вяжем из одной петли. Получим 9 столбиков. И дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Провязали. Следующий ряд. Снова вяжем 2 столбика из одной петли. Первый и второй из одной петли. Дальше по одному столбику из каждой петли получим 10 в этом ряду. Провязали. Следующий ряд. Снова увеличим. Вяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. И дальше по одному столбику из каждой петли закончим этот ряд и провяжем еще один ряд. Провязали ряд, еще один ряд, 11 столбиков. Для этого дальше следующий продолжаем, следующий ряд продолжаем расширять. Вяжем из первой петли 2 столбика. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. Получим 12 столбиков в этом ряду и провяжем еще один ряд, 12 столбиков. Провязали. Следующий ряд. Вяжем снова 2 столбика из одной петли. И дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. И следующие 2 ряда провяжем по одному столбику из каждой петли. Получим 13 столбиков в каждом ряду. Вяжем. 2 ряда по 13 столбиков провязали. Следующий ряд опять увеличиваем. Снова вяжем 1, 2 столбики из одной петли. Получим 14 столбиков в этом ряду. Провяжем этот ряд до конца. И еще 3 ряда по 14 столбиков вяжем.
Еще 3 ряда по 14 столбиков провязали. Следующий ряд вяжем 2 столбика из одной петли. Получим 15 столбиков в этом ряду. Закончим ряд. И еще 4 ряда по 15 столбиков провяжем. Итак, еще 4 ряда по 15 столбиков провязала, наполнила холофайбером. И дальше нужно наполнять холофайбером по ходу вязания, чтобы потом не запихивать все сразу. Можно по чуть-чуть сейчас. Сильно туго не набиваем, легонечко. Теперь снова 2 столбика вяжем из одной петли. И дальше получим 16 столбиков в этом ряду. Вяжем до конца ряда. И еще 5 рядов по 16 столбиков провяжем. Еще 5 рядов по 16 столбиков я связала. Следующий ряд снова расширяем. Вяжем 2 столбика из одной петли, 1-2. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли. Получим 17 столбиков. И вяжем еще 6 рядов по 17 столбиков в каждом ряду. Вяжем. Итак, еще 6 рядов по 17 столбиков я вот провязала. Следующий ряд снова увеличиваем до 18 столбиков. Для этого вяжем 1 и 2 столбик из одной петли. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. И еще 7 рядов по 18 столбиков в каждом ряду вяжем. Итак, я довязала хвост. 7 столбиков еще, 7 рядов по 18 столбиков последние провязала. И теперь нужно вот полустолбиком закрыть последнюю петлю. Проволочку нужно отрезать такую вот по длине хвоста, чтобы ее заправить немножечко в туловище. Но это немножко нам чисто для того нужно, чтобы хвост слушался нас, а не торчал бы сзади, не лежал бы по прямой. Поэтому мы сейчас вот так вот заправим сюда проволоку, хвостик. Кончик загибаем вот так, чтобы он здесь не вылазил. И засовываем туда проволочку внутрь. Она зайдет легко, потому что туго мы не набиваем холофайбером. Вот так до упора проволочка должна дойти. Все. И теперь нужно приложить хвостик к месту, где он должен лежать. Положим так, чтобы он касался пола. Вот, чтобы он лежал на полу, начало его, как бы, чтобы лежало. Поэтому нитка вот эта вот лучше пусть будет внизу. И заводим проволочку так немножечко вверх, чтобы она зашла у нас вот где-то здесь, посерединке напротив. Вот так вот получается хвостик. Начало пришива мы начнем вот тут снизу. Тут же потом и закончим. Вот чтобы он тоже был гладко на этом уровне. Ни выше, ни ниже. А вот как бы как раз он будет немножечко тоже поддерживать положение кота. Фиксировать его положение. Пришиваем по кругу его вот так. Опять же захватываем за столбики нижнего ряда, за основание столбиков. И за основание столбиков туловища. И пришиваем по кругу. Итак, я вот довязала, пришила хвост. И теперь его нужно вот так вот, холофайбер можно сюда подтянуть немножко, чтобы красивее изгибался. Не слишком заламывался. Вот так вот. И теперь мы его вот так должны согнуть, постелив прямо вот так вот по столу, и чуть-чуть кончик вот так вот завернем. Вот тут вот можно его прикрепить слегка ниточкой. Я думаю, что я так и сделаю. Прихвачу вот так с этой стороны. И прихвачу вот тут вот где-то. Такое сделали хвостик котику, спрячем нитки внутрь.
и все, пожалуй. Вот такой вот весловый хикот у меня получился. Всем, кто любит котов, пусть будет вместо собаки к Новому году кошачий подарок.